Что делать ночью в колледже? Конечно же, играть в прятки. Попробуй найти всех. Келли под стикерами, Холли среди мечей, а Энди на потолке. Смотри в нашем новом видео увлекательные прятки в ночном колледже. Конец занятий. Всем спасибо, все свободны. А у мисс Бурпл начинается ночная жизнь. Полночь, время перекусить. А это что? Подожди здесь, моя крошка. Мисс Бурпл сейчас вернется. Мы решили сыграть в ночные прятки. Она идет, прячемся. Кто здесь? Мамочки. Фух, это просто манекен. Хорошо, что это была голова манекена, а не Келли. Бедная Холли. Зря она замаскировалась под диван. О нет, только не это. Фух, пронесло. Выпью кофе. А кто здесь у нас? Мой любимый студент. Привет, Энди. Как дела? Эй, кто там? Минуточку. Это мое отражение в зеркале? Вау! Моя углеводная диета работает. Я так похудела. Нужно срочно сделать фото в зеркале. Эй, что произошло? Я слышу шаги мисс Бурпл. Срочно нужно скрыться. О, печенька. Интересно, кто его оставил? Она ушла? Можно отклеиться от доски объявлений. Энди решил оставить послание для охраны колледжа. Здесь никого нет. Что? Гениально, Энди. Ты такой сообразительный. Идем отсюда. Так нас точно найдут. О, что здесь? Дартс? Обожаю бросать дротики. Жаль, я не очень меткая. Ой, что там? Посмотрите, эта статуя бодибилдера ожила. Ух, Энди повезло. Еще пару сантиметров, и дротик мог бы украсить его голову. Я слышу шаги. Это мисс Бурпл. Где же спрятаться? В кресле? Нет, не трогайте меня. А, это ты, Холли. Прости, Энди. Я не знала, что это место уже занято. Вот этот мешок как раз моего размера. Главное, чтобы мисс Бурпл не решила на меня присесть. Ночью в колледже бурлит жизнь. Но вот идет мисс Бурпл. Холли спряталась за шкафчики. А Келли пришлось замаскироваться под живую природу. Нужно все здесь проверить. И заодно полить цветы. Бедная Келли. Она не хотела принимать душ посреди класса. А Холли так и не заметили. Отличная маскировка под шкафчики. А главное, сухая. Спортзал – отличное место для пряток. Но мисс Бурпл тоже так подумала.
и решила проверить спортзал напоследок. Так-так-так, кто здесь у нас? Статуя чирлидера, конечно. Проверим твою реакцию на кричалку. Скажите «Т», скажите «Р», скажите «У», скажите «М». Трум-трум! Упс, попалась, Келли. Отправляйся в мой кабинет быстро. Где-то здесь прячутся все остальные. Где же они могут быть? Куда же они могли спрятаться? Ауч, полегче, мисс Бурпл. Холли, тебе очень идет мяч на голове. А сейчас скатись в мой кабинет, живо! Охота на студентов продолжается. Но это не мешает мисс Бурпл поддерживать себя в форме. Легкая тренировка никогда не повредит. А теперь одной правой. А теперь левой. А теперь вообще без рук. Так, похоже, здесь никого не осталось. Идем дальше. Ха-ха, мисс Бурпл не нашла меня. Это победа в ночных прятках. Единственная проблемка – как теперь себя отклеить от доски? Мисс Бурпл проверяет самое тайное место колледжа – туалет. Здесь есть кто-нибудь? Предательская капля пота. И тайник Энди раскрыт. Спускайся, Человек-паук. В наших ночных прятках победила мисс Бурпл. Она всех нашла, даже Энди. Ну что, студенты, это было классно. Мне очень понравилось. А теперь вы будете искать меня. И раз мой маленький сэндвич уже испортился, то мы продолжим игру прямо сейчас. Закрывайте глаза и считайте до 100, салаги. И не подглядывайте, пока мисс Бурпл будет прятаться. Девяносто восемь, девяносто девять, сто. Время вышло, идем искать. Может, вот здесь? Мисс Бурпл, в этом шкафчике? Ты серьезно, Энди? Может быть, она за шкафчиком? Тоже нет. И под столом она тоже не сидит. Ладно, ребята, будем искать дальше. Мы обыскали каждый уголок колледжа, но мисс Бурпл нигде не видно. Посмотрите, мисс Бурпл выложила сторис. Вот где она, на вечеринке. Юху, как весело! Ищите меня на лучшие вечеринки года! Так вот, где она пряталась. Скорее идемте к ней! Пока никто не видит, Холли примерит на себя образ преподавателя. Отлично, студенты. А теперь проверим домашнее задание. Всем двойки! О, привет, Энди. Какими судьбами? Ого, смотри, что я нашла. Здесь целый склад чупа-чупс. Оказалось, у мисс Бурпл тайная зависимость от леденцов. Обожаю чупа-чупс. Холли, смотри, как я умею жонглировать чупа-чупс. Ауч, лучше оцени мои барабанные чупа-палочки. Тише, сюда кто-то идет. Пора смываться. А эти чупа-чупс пойдут с нами. Хочешь сыграть в прятки в колледже вместе с нами? Тогда найди в этой комнате Холли. Пиши в комментариях, где она может прятаться. Привет, вот же я. Стою прямо за камерой. И как ты мог меня не увидеть?
Понравились наши прятки в колледже? Тогда не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые прятки в колледже на канале Трум-Трум.